Как реализуются бюджетные средства в 2015 году? Вопрос, который по определению интересует Совет депутатов Щелковского района. В рамках очередного заседания народные избранники рассмотрели основные показатели исполнения бюджета за прошедшие 9 месяцев. Доходы в этом периоде составили 3 миллиарда 720 миллионов рублей. Доходная часть бюджета в целом исполнена на 66,9%, из них по собственным доходам на 65,7%. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 3 миллиарда 210 миллионов рублей, что примерно 57% от годового плана. Один из самых лучших процентов исполнения показала муниципальная программа «Физкультура и спорт». Она была реализована более чем на 77%. Также эффективно были расходованы средства, заложенные на развитие сферы культуры. Почти 2,5 миллиарда средств было выделено на развитие сферы образования. Здесь основным направлением стали объекты капитального строительства. Отчет районной администрации об исполнении бюджета получил положительное заключение контрольно-счетной палаты. Депутаты документ также утвердили. Исполнение бюджета было принято к сведению, были заданы ряд вопросов, но в целом исполнение бюджета оценивается нормально депутатами. Ремонт Щелковского и Соколовского коллекторов проведет межрайонный Щелковский водоканал. На данный момент износ коммуникации, по которым происходит водоотведение основных стоков городов Щелково и Королев, достиг 100%. Некоторые участки труб были построены еще в первой половине прошлого века. После объединения водоснабжающих предприятий нескольких муниципальных образований, в том числе Щелковского района, наконец были выделены средства на капитальный ремонт коммуникаций. Так, в порядок будет приведено более 1000 метров коллектора от Королева до КНС Соколовская и около 800 метров коммуникаций, соединяющих микрорайоны Бахчеванжи и Чкаловский. Подготовка к ремонту уже закончена, закуплены материалы. Однако для старта работ необходимо было передать полномочия по осуществлению ремонта систем водоотведения от городского поселения Щелково администрации Щелковского района. Депутаты решение утвердили, ремонт пройдет на условиях софинансирования. Депутаты приняли решение, которое позволит нам привлечь средства, программные средства области в размере 167 миллионов рублей на ремонт этих коллекторов, вложив средства муниципального района в размере 8 миллионов рублей, ну и также средства самого предприятия. Также депутаты заслушали информацию о мерах по усилению антитеррористической защищенности Щелковского района. Совместно с правоохранительными органами районная администрация провела проверки систем безопасности в учреждениях спорта, образования, транспортного сообщения и других объектов социальной инфраструктуры. Повышены меры безопасности в местах массового скопления людей. Совету депутатов руководитель районной администрации направил письмо с просьбой также не оставаться в стороне. Информацию депутаты приняли к сведению и решили в дальнейшем провести работу по нескольким направлениям. Приняли решение принять самое активное личное участие, во-первых, в проведении разъяснительной работы с населением, ну и также, в общем-то, в мероприятиях по такому общественному контролю за соблюдением мер антитеррористической защищенности, поскольку сейчас это очень актуально. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».